Тема сегодняшнего занятия – Библия деловых писем, часть 7. Или, к сожалению, отказаться рекомендовать данную компанию. I acknowledge the received letter of November 21st. However, I regret that I am unable to give you a satisfactory reference for Jacob's Liberty Company in Carrollton, Kansas. During the past 2 years that I have been doing business with Lambert companies, my experience have been unsatisfactory. Payments are never made promptly, and the company accounts always in arrears 2 or 3 more months. I trust that this information, which is given to you, strict confidence, will be helpful to you. Я пишу в ответ на ваше письмо 21 ноября. Тем не менее, я сожалею, что не могу предоставить хорошую рекомендацию для Jacques Lampard Company, которая находится в Карольте, штат Канзас. На протяжении 2 лет, что я вела бизнес с Lampard Company, мой опыт негативный. Оплата никогда не делается вовремя, и они всегда в задолженности на 2 или больше месяцев. Я вам говорю конфиденциальную информацию, и, пожалуйста, сугубо между нами. И надеюсь, что эта информация будет полезна для вас. Искренне ваша. Следующее. Скидки. Подтвердите согласованные скидки. Nelson House, Nelson Street, Birmingham, телефон. Значит, что заказывают? Quantity, количество, item description, описание товара. То есть виннеры Red Blue – это красный-синий, Roll Neck для черного, Crew Neck и так далее. Каталог – это по каталогу и цена. Следующее приложение. Dear Mr. Casio, please find and close the order number DR4316 for men's and boys' sweaters in assorted size, colors and designs. We have decided to 15% rate discount you offered in terms of payment with documents against payment and would like these terms reviewed in near future. Would you please send the shipping documents and sign drafts to North Mr. Wang, City Branch, Deal Street, Birmingham, B31CQ. If you don't have any of listed items in stock, please do not send substitutes in their place. We would appreciate delivery within the next 6 weeks and look forward to acknowledging your sincerely. Пожалуйста, найдите в приложении наш заказ номер DR4316 для мужских и тинейджеров мужского пола. Ну, такой перевод, я уже не знаю, как лучше выразить. Неужели пацанских? Но пацанских явно не звучит. В указанных размерах цветов и дизайнов. Мы согласны получить 15% торговую скидку, то, что вы предложили, и условия оплаты, документы противооплаты, но хотим, чтобы эти условия были пересмотрены в ближайшем будущем. Пожалуйста, пришлите товарные накладные и документы для доставки, и чтобы они были по North Mr. Bank, Deal Street, Birmingham. Если вы не имеете указанных товаров, то, пожалуйста, не присылайте альтернативных замен. Мы очень оценим доставку в течение 6 недель и ждем с нетерпением вашего ответного письма. Искренне ваша, Chief Buyer. Условия доставки, способы доставки. Большинство компаний используют транспортное экспедиционное агентство Forwarded Agents, которое специализируется на упаковке и документации для перевозки грузов. Тем не менее, всегда разумно написать, какую именно упаковку и вид доставки вы хотите получить, чтобы в случае задержки или повреждения груза в пути у вас были письменные основания для претензий. Транспортное экспедиционное агентство является экспортерами для осуществление как экспортных, так и импортных поставок. В первом случае их услуги включают сбор партий, организацию поставки при необходимости, упаковку и обработку всей документации, в том числе накладной, получение страховки, отправку торговых счетов, фактуры и оплату компании поставщик за своих клиентов. Они информируют экспедиторскую фирму импортера о существовании поставки письменным уведомлением. В свою очередь эта фирма уведомит клиента, отправит ему готовые товары, организуют их хранение до востребования. Многие экспедиторы в странах импортеров также
выступает в роли агентов по клирингу. А клиринг – это, значит, финансово очиститься, то есть подвести все счета и доказать, вот я вам предоставила товар, вы мне оплатили, все чисто и все сходится. А обеспечивание происхождения, прохождения товара через таможни и отправку импортеров. Поскольку экспедиционные фирмы нанимаются сразу многими поставками, они могут забрать партии для поставки в один и тот же круг назначения и предоставить конкурентно способные групповые тарифы на отправку большого количества партий в одной поставке. Однако многие экспортеры считают более удобным работать напрямую с экспедиционными агентствами в стране импортера, а некоторые импортеры предпочитают иметь дело с экспедиторами поставщика. И образец письма. Запрос грузовых тарифов и тарифов на морские перевозки. Компания запрашивает грузовые тарифы на морские перевозки в Лондон. Адрес телефона, это понятно, а вот непосредственно тело. We intend to ship a consignment of dishes and equipment to land beginning next month. The consignment consists of 10 boats and we have packed into wooden crates marked 110, each measuring 4 to 2.5 meters and weighing 90 kilos. Could you inform us which vessels are available to reach London before the end of the month and let us know your freight rates, yours faithfully. Мы намереваемся отправить доставку товара в Лондоне в начале следующего месяца. Упаковка включает 10 wooden crates, это деревянные контейнеры размера 4 на 2-2,5 метра и каждый весит 90 кг. Пожалуйста, проинформируйте, какие есть торговые суда, которые способны достичь Лондона до конца следующего месяца и укажите ваши цены на грузоперевозки. Искренне ваша. Я репетитор по скайпу с марки через 197 и смогу вас научить бизнес английскому. Цена занятий 300 рублей и вы платите после уроков. Первый мой урок вообще бесплатно. Всего наилучшего.